В город реагировали на панику оккупантов в Крыму, которая была 1 ноября. Комментируя дымовые завесы возле Крымского моста, представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что российские военные не согласовывают свои действия с гауляйтерами полуострова, поэтому появляется противоречивое заявление. Юсов напомнил, что часто оккупанты говорят о якобы учениях или плановых работах армии Российской Федерации, что указывает на то, что это вранье. Прежде всего, следует заметить, что регулярно оккупационные войска в Крыму игнорируют, буквально игнорируют, и не согласовывают никакие действия или информацию с оккупационными властями, коллаборантами, и те вынуждены хоть что-то придумывать на ходу, врать на ходу. Поэтому часто эта информация противоречит друг другу и не держится кучи. По словам представителя разведки, в остальных случаях это реагирование на те или иные действия сил безопасности и обороны Украины или же действия из-за страха активности украинских бойцов. Юсов подчеркнул, в Крыму продолжается и будет продолжаться плановая работа сил обороны по уничтожению и ослаблению потенциала российской армии, а конечная цель – освобождение полуострова. Как сообщал Унян в Севастополе, утром 1 ноября началась воздушная тревога, которая длилась около двух часов. Местный гауляйтер Михаил Разважаев призвал жителей перекрыть газ, воду и электричество в рамках мер безопасности. Во время объявления опасности Развожаев отметил, что Россия пытается ликвидировать большое количество воздушных целей.